Добрый день! Мы приветствуем вас в студии ароматов Oriflame. Сегодня мы поговорим на тему, которая, я уверен, интересна всем людям, которые следят за собой. Ароматы, парфюмерия. И мы пригласили к нам в студию сегодня настоящего эксперта в области парфюмов от Oriflame. Приветствуйте, Анастасия Фурка. Здравствуй, Настя. Добрый день. И сегодня мы хотим поговорить о ассортименте парфюмерии компании Oriflame, насколько парфюмерия Oriflame связана с модой, с тенденциями. И, Настя, скажи, пожалуйста, я знаю, что компанию Oriflame можно назвать настоящим гигантом и одним из лидеров в области парфюмерного рынка России. Так ли это? Да, это абсолютно верное утверждение, и этому есть несколько причин. Ну, во-первых, в ассортименте нашей компании более 30 мужских и более 35 женских парфюмерных линий. Важно отметить, что новинки в этой категории появляются ежемесячно, и мы продаем большое количество ароматов, даже больше, чем известные парфюмерные гиганты, которые предлагают люксовые бренды. Во-вторых, в портфолио ароматов от компании Oriflame каждый может найти что-то для себя. Мы точно можем сказать, что мы можем предложить аромат на любое предпочтение нашего клиента, на любой вкус. У нас есть разные направления ароматов, от свежих цветочно-фруктовых ароматов до ярких шипровых восточных ароматов, на любой кошелек. Яркие представители таких ароматов – это ароматы Экла, Сигниче и многие другие. Важно, кстати, отметить, что парфюмы Oriflame завоевывают уже не первый год награду, которая называется FIFI Fragrance Russia Awards. До 2010 года эта награда называлась «Аромат года». Вот в 2013 году мы праздновали победу вместе с ароматом Power Woman, который представляла Тина Канделаки. В 2012 год ознаменовался победой аромата Mobile Demi. И ранее эту награду получали наши ароматы легенды Excite by Dima Bilan и Dancing Lady by Dima Bilan. Здорово, но очень много звездных имен приложили руку к созданию ароматов, как я вижу. Есть чем гордиться. Но сегодня мы хотели еще поговорить о понятии мода в парфюмерии. И, насколько я понимаю, когда мы говорим о парфюме, мы можем говорить о том, что он стойкий, либо не очень. Мы можем говорить, что аромат бывает дневной, вечерний. А есть ли понятие модный среди ароматов и применима ли мода, какие-то тенденции в парфюмерии? В 2013-2014 году можно выделить несколько тенденций. Безусловно, одного какого-то лидера выделить нельзя. И это будут такие тенденции, как использование фруктовых нот, мандарины, апельсины, грейпфруты и так далее. Это использование гурманских, таких вкусных, съедобных нот, может быть, шоколад, может быть, кофе. И обязательно ноты специй, пряностей различных. Вместе с этим который год, да, на лидирующих позициях оказывается использование цветочных нот, но в 2014 году это будет микс фруктово-цветочный. Конечно же, опять же, остаются и держат пальму первенства ориентальные ароматы и ароматы морские, легкие, свежие. Здорово, интересно. То есть тенденций в моде среди парфюмерии достаточно много ожидается. Насколько Oriflame собирается отражать эти тенденции в своих новых разработках? Какие планы на следующий год? У нас постоянно обновляется ассортимент. И важно отметить, что ни один парфюмерный гигант не может похвастаться столь регулярным пополнением парфюмерного ассортимента новинками. В связи с этим мы, конечно же, можем отслеживать мгновенное изменение всех тенденций. В 2014 году нас ждет новинка, прекрасный аромат Tenderly. Этот букет для нас создала именитый парфюмер Франции Эмили Копперман. Это известнейший парфюмер. Она сотрудничала с такими мировыми брендами, как Givenchy, Paco Rabanne, Burberry и другими. И важно отметить, что это не только успешная в карьере девушка, но это еще и счастливая жена и мама четырех детей. Аромат Tenderly – это свежий фруктовый аромат с нотами мандарина и гелиотропа для женщин, для которых слова «любовь», «нежность» и «забота» имеют огромное значение.
Тогда можно ли назвать этот аромат модным и соответствующим тенденциям следующего года? Конечно, потому что этот, в композиции этого аромата сочетаются цветочно-фруктовые и гурманские ноты. А это, как мы уже говорили, тренд будущего сезона. Сейчас постепенно все тенденции переходят в сторону женщины, которая успешна не только в карьере, но она успешна и в семье. И мы говорим, что аромат Tenderly для тех женщин, которые своим примером доказывают, что можно быть и счастливой в семье, и успешной в карьере. Наверное, это одна из причин, по которой мы доверили создание аромата Эмили Копперман, а представление аромата в каталогах мы доверили также состоявшейся женщине в карьере, да, олимпийской чемпионке, красавице и счастливой маме Татьяне Навка. Здорово, что мы продолжаем сотрудничество с Татьяной Навка. И спасибо тебе большое за информацию, которую ты сегодня поделилась с нами. Я в завершении хотел бы резюмировать все услышанное и выделить то, что мне запомнилось больше всего. Компания Oriflame одна из лидирующих на парфюмерном рынке России и СНГ. В ассортименте Oriflame очень большое количество различных ароматов, и любой человек сможет подобрать полюбившийся и подходящий ему аромат. Также компания Oriflame регулярно пополняет свое портфолио ароматов, и новинки выпускаются очень-очень часто, почти ежемесячно. Также Oriflame сотрудничает с очень именитыми экспертами, парфюмерами, знаменитостями шоу-бизнеса, спорта, для того, чтобы создавать и представлять свои ароматы. Компания Oriflame производит модные парфюмы и знает и следует модным тенденциям на парфюмерном рынке. И одной из таких модных новинок начала года будет аромат Tenderly. Все ли я правильно услышал? Абсолютно все верно. Ну и в заключении нашего сегодняшнего вечера я бы хотела для начала подарить тебе этот потрясающий аромат. Я думаю, ты найдешь, кому его предложить. А всем остальным я бы хотела напомнить, что в следующих наших встречах мы обязательно поговорим, как правильно наносить аромат для того, чтобы увеличить его стойкость. Подпишитесь на наше обновление и до скорых встреч!